Да у меня конец. Я пишу для Вовы и конец. Читаю тогда. Да, там было задание, такое очень коварное от Тани Алфозовой. Должно было начинаться и заканчиваться там. Прощайте, резинтанцы, гильденспен. Привет вам, резинтанцы, гильденспен. И попробую посвятить это все, да? Прощайте, резинтанцы, гильденспен. Убойно написал для нас Шекспир то. Интригу не осилишь без цисцен, наполненных ядреным датским спиртом. Достигнув берегов чужой страны, вы будете слегка удивлены, а после казнены. Меня потряс доверенный вам дядюшкой приказ, а выводы буквально изумили. Полночи я корпел над факсимиле, сюжет перелицовал, печать из интернета удалось скачать. Так подмотал, слоняясь меж кают, неадекватный принц по кличке Гамлет. Трещал на нем камзол, что выдают селедкам в секонд-хенде, сапогам лет 15. Плюс одышка, целлюлит и взор полынной горечью налит. И жизнь не веселит, ведь по утру предполагается дуэль с лаэтом. И принц уже не принц, а полутруп. Поскольку быть ему дрючком, пропестом, или не быть, а если быть, то где ж за жизнь сплошной гнительный падеж? Принц виноват, намечена дуэль, портрет гудит на вид, как клуб «Эксель», когда там декламировал в один Ников, но без обиняков принц говорит, какой ужасный день, но я же не маньяк, я не таков. Жизнь царственных особ окружена пиаром черным, выхлопом зловонь. Таблоид написал, что мне жена Офелия, навязчивой полоний, решив, что он потенциальный тесть, задумал в душу, словно в спальню вылезть. А у меня был глюк, что там хомяк, сождавший камасутру с капиталом. Я дверью хлоп, и папа ваш обмяк, и вдруг по стенке сполз с угробом талом. Чему он сшивался под дверьми? Лает, дружок, сочувствие принял. Что до моей несбывшейся жены, она была не лучшей из Офелии. Иные дамы, княжества жены, однажды наблюдал я в Коктебеле заплывы петербургских поэтесс. Вот это драйв и катарсис, и стресс. Офелия отвердила, что умрем мы в счастье страсти, но опередила меня. Я соблазнял монастырем, спокойствием, замужеством с дебилом. Она была готичная и бела, но так неубедительно плыла. Король вскричал, я тоже виноват, хотя жена меня давно простила. Однажды брат спросил, в чем правда, брат? И я поднес ему бутыль и тила. Он по-английски выругался, шип. Нет правды на земле, ведь я подшип. Здорового образ жизни до канала. Лесни мне, брат, хоть в ухо, хоть в анал. Покойник прав, заметила вдова, пойду бухну. Не пей вина, Гертруда, ты горлышко аж паришь. Там H2SO4 в глубине сосуда. Там КЦН, сивушная масла. Глотнешь и станешь самкою козла. А что споет ты матушку мою? Воскликнул Гамлет, эх ее колбасит, песни на брудшах, да кляж не пью. Возьми бокал, обрукшись старый пасад, и вылокай отстойный свой настой, пускай я стану трижды сиротой. Лаэрт, засунь перо мне под ребро. Шекспир любил концовки сада маза. Любовь и смерть, злодейство и добро на бутерброд трагедии намазал, решив на кончик шпаги и в стакан сами с табакалия добавить. Умрем корпоративно, а вот судьба ведь. Привет вам, Гильденстерн и Лизенкранц. Ну что, вы читаете, что вы видите? Или все?